разделяя стремление людей оседлать железного коня. SsangYong Motor стремится поднять качество вашей жизни на новый, более высокий уровень. Куда бы ни привели вас мечты, SsangYong Motor будет рядом с вами. Люди – главная ценность для SsangYong. Люди являются главным и основным приоритетом для SsangYong. Также нам важно заботиться об окружающей среде и стремиться осуществить технологический прорыв. SsangYong Motor уделяет большое внимание охране окружающей среды, тем самым обеспечивая дальнейшую жизнь людей в гармонии с природой, разрабатывая продукты, которые не наносят вреда экологии и соответствуют международным стандартам качества. SsangYong Motor создает фундамент для экологически чистого будущего и для будущего процветания людей. 50-летняя история создания лучшего будущего. Постоянные разработки в области автомобилестроения, внедрение инноваций, а также неизменно высокое качество сделали SsangYong самой престижной корейской маркой. Победоносное шествие в сегменте полноприводных внедорожных автомобилей компания начала в 80-х годах, выпустив марки Musso и Carando. После 2000 года компания закрепила за собой лидерство в сегменте внедорожных автомобилей, выпустив на рынок целую линию внедорожников – Rexton, Chiron, Action и Action Sports. Более того, SsangYong Motor впервые выпускает автомобиль с несущим кузовом. Это событие является ключевым и стратегическим как для компании, так и для самой модели Carando, которая является самой долгоживущей моделью корейской автомобильной промышленности. Модель Chiamen, которая стала передовым корейским брендом и открыла новые перспективы для корейской автомобильной промышленности в сегменте премиум, перевоплотилась в роскошный седан мирового класса – автомобиль Chiamen W. Первый корейский премиум-автомобиль оснащен 5-литровым двигателем V8 и 7-ступенчатой автоматической коробкой передач. Chiamen W – фешенебельный автомобиль, который достойно борется за лавры первенства с мировыми автомобильными лидерами класса люкс. Завод Пьонгтейка ежегодно выпускает 240 тысяч автомобилей. Завод отвечает всем международным стандартам и является передовой производственной мощностью корейского автомобилестроения, благодаря высокому качеству продукции, экологически чистому производству и внедренной системой менеджмента качества. На данный момент на заводе увеличенная производственная мощность для производства модели Carando. Таким образом, предприятие полностью готово играть ключевую роль в обеспечении компании SsangYong лидирующих позиций на мировом автомобильном рынке. Завод Чэнгуан является производственным центром двигателей, сердце автомобилей. Производственный комплекс оборудован высокотехнологичными линиями, которые производят ключевые детали для автомобиля, такие как коробка передач, задняя ось и двигатели. Качество продукции тщательно проверяется усовершенствованной системой контроля и проходит 12-кратную проверку. SsangYong Motor возглавила продвижение исключительно дружественной технологии в создании дизельных двигателей путем разработки передового силового агрегата мирового уровня. Не так давно компания бросила все силы на усиление глобальной конкурентоспособности путем запуска в производство щадящего к окружающей среде дизельного мотора, который соответствует нормам и стандартам Евро-5. Компания намеревается и дальше развивать будущее двигателя в соответствии с евростандартами. Ставя перед собой высокие цели, компания концентрирует свои усилия на создании нового дизайна и технологий, позволяющих достигать высочайшего удовольствия от вождения и отражать истинную сущность бренда. Это позволит вам как можно более точно воплотить в жизнь свои мечты, так как посредством технологий SsangYong старается поднять качество вашей жизни на новый, более высокий уровень. Клиенты – самый главный приоритет. Ориентируясь на потребителя по всему миру, SsangYong Motor увеличивает свою сеть на международной арене.
SsangYong Motor реализует свою продукцию через торговую сеть, которая состоит из 1290 дистрибьюторских центров, которые расположены более чем в 98 странах мира. SsangYong активно внедряется в мировой рынок, открывая новые дистрибьюторские центры за рубежом и притесняя местную консервативную автопромышленность. Например, компания открыла главные офисы и центры в Европе, в регионе, который задает курс всей мировой автомобильной промышленности. Чтобы обеспечить устойчивый рост, SsangYong Motor будет ориентироваться не только на зрелые рынки, но также развивать и новые рынки, такие как Центральная Америка и даже Китай, который является самым большим в мире автомобильным рынком. Повышая скорость и надежность обслуживания своих клиентов, компания расширяет возможности персонифицированного сервиса и обратной связи с ними. Наша цель – повысить степень удовлетворенности клиентов от сотрудничества с нашей компанией путем улучшения регулярного сервиса для новых клиентов и предложения специальных сезонных услуг. В первую очередь эти меры предназначены для удовлетворения нужд клиентов частных лиц. Мы верим, что клиент однажды клиент навсегда, поэтому продолжим внимательно прислушиваться к мнению каждого клиента, чтобы всегда предлагать наиболее оптимальные услуги. SsangYong Motor строит новое будущее. Как глобальная компания, преследующая цель поднятия уровня жизни в целом, SsangYong Motor уделяет повышенное внимание социальной ответственности. Открывая новые перспективы кооперации труда и капитала, мы прилагаем все усилия как для достижения удовлетворенности клиентов, так и для местного экономического развития регионов, где представлена наша компания как ответственный корпоративный гражданин. Также мы надеемся стать компанией, которая идет к процветанию вместе с местными сообществами, предлагая различные социальные программы на местах. Готовясь к возведению монолитного фундамента будущего роста и преуспевания, SsangYong Motor создала стратегию, которая рассчитана на реализацию в течение ближайших 3 лет. Основополагающие цели стратегии – это восстановление общей корпоративной конкурентоспособности как в производственной сфере, так и в вопросах качества, наращивание оборотов и создание системы менеджмента для прибыльной работы, утроение продаж 2009 года. Таким образом, основной стратегией компании является увеличение продаж, восстановление канала распределения продукции, внедрение инноваций и увеличение финансовых возможностей. Благодаря реализации этой стратегии SsangYong Motor повысит корпоративную ценность и продолжит увеличивать промышленную мощность, превращаясь в автомобильную компанию мирового уровня. Мы думаем только о машинах. SsangYong Motor.